В Якутске появилась улица имени известного спортсмена Валерия Керемясова. Сегодня исполнилось 58 лет со дня рождения заслуженного работника физической культуры России, заслуженного тренера республики, мастера спорта СССР Валерия Керемясова. Улица располагается на территории ДСК «Ландыш». На церемонии открытия присутствовали родные и коллеги спортсмена. На новой улице длиной 750 погонных метров от Сергелявского шоссе сегодня проживает 80 семей. Напомним, Валерий Керемясов трагически погиб на 57-м году жизни в автокатастрофе, произошедшей под Минском. Отметим, что он был личным тренером призера чемпионатов Европы и мира по вольной борьбе Владислава Андреева. До этого мы приняли решение о присвоении имени Валерия Петровича Керемясова детско-юношеской спортивной школе номер 3. Но мы знаем Валерия Петровича как очень хорошего спортсмена, борца, как заслуженного тренера нашей республики, который воспитал немало очень сильных спортсменов. Мы отдаем дань памяти и уважение его труду, его жизненному пути.